Привет, друзья! О том, что такое синонимы, антонимы и омонимы, знают, пожалуй, все. Но про омофоны слышали немногие. Омофоны – это слова, совпадающие в своем звучании, но различные по написанию. Посветить. Кот. Молот. Отворить. С омофонами нужно быть очень осторожными, иначе можно попасть в курьезную ситуацию. Алло? Алло? Улугбек, привет! Привет, Ибрахим! Сегодня играть придешь? Да, конечно. Отлично. Мы тогда с ребятками будем тебя ждать. Только с мячом приходи. С мячом? Ладно, приду. Ребята, вот, я принес мяч, не волнуйтесь. Какие омофоны знаете вы?